Эстон, закрой часового, возьми его оружие, давай. Я обслужил разведсмотр, они говорят, что если тут шумит, выстрелил десяток спецназов. Да, не думаю, что десяток бойцов на такое способен. Я что слышал, то слышал. Разведка пытается выйти сейчас на их след в паре километров отсюда. Всего десяток. Вот черт. Престон, стреляй! Стреляй! Слава яйцам, пушки! Только без патронов почти. И у меня штоп их. Достали играть в прятки. Готово. Пошли. Они за дверью. Мы врываемся, а ты на подхвате. Как пойдет дым, мочи. Thank you.
Куда этот Кириленко подевался? Мы в 130 километрах от Техаса, но быстро приближаемся. Сержант, времени нет. Господа, состав, переданный вами, защитит нас от взрыва. За это я вам крайне благодарен. Счастливо. На самом деле, мы, конечно, могли заглянуть в оружейную. Да, но... Ну и хер с ней с Петей. Все равно скукотища. Вы опоздали. Мы почти в эпицентре. Не думаю. Давай. Что? Что вы делаете? Назад, ребята! Эй, шоу начинается. Мы в Техасе! Добрый, родной, мать вашу! Ладно, ладно. Все равно рано или поздно в гости бы заехал. А, что теперь будем делать? Сержант, чего молчите? Ха-ха. Лучше спросим Марлоу. Благодаря ему я теперь официально на пенсии. Отличная работа, Марлоу. Да ладно, черт, Суэйтс, а ты как? Не знаю, было круто, конечно, но все равно, спецназ не по мне. Короче, возвращение нужно конкретно отметить. Есть тут одно заведенице и девчонка, Шанталь зовут. Такой вот вариант. Зод, равняй смирно. Господа! Сэр! Больно! Примите искреннюю благодарность от правительства США. Теперь прошу извинить за плохую новость, но вы отправляетесь со мной. Для чего, сэр? Русские. Вторжение. Сэр, вторжения не будет. Мы только что взорвали их ебаную пушку к чертям собачьим. ПС, отбой вторжению, сэр. Не здесь. Они вторглись через Аляску. Аляску? Порой бывает хреново, когда оказываешься прав.